Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Терминатор Резистенс. Сфотографировали мы три установки. То есть нам надо переходить к другой локации. Отправили эти фотографии. Плюс ко всему, тут где-то ходит Т-800. А вон он ходит. И он... Эх, ты там... Эх, ничего себе, сколько их много. И он с двумя пушками. С двух рук херачит. Я так понимаю. Вон он, скотина. Хорошо, ну сейчас мы посмотрим. У нас очков навыков нет ни одного, к сожалению. Это грустно. Я хотел бы там прокачать кое-какую штучку. Но не судьба пока что это сделать. Берем пуху. В прошлой серии мы все-таки сделали умение. Точнее, научились. Научились обращаться с оружием Скайнета. Так, ну сука. А у меня не видишь, что ли, типа того, да? Погоди, у меня идея, блядь, хорошая. Знаете, какая? А нам негр дал... негр дал нам... нож. А как им пользоваться? Не понял. Ну, где-то инвентарь-то посмотрим. Нож. Электронож, как он называется, да? Может, быть, вот так... Хотя, не знаю, вообще есть смысл-то его убивать? Электронож, да? Электронож. Если его выбрать. То есть у нас электронож. Мы сейчас подкрадываемся к Т-800. А их тут вообще очень много. Вон там с какой-то... Блять. Не запалит? Тут их много. А, я... Т-800... 808. Ебать мой хуй. Слушай-ка, вот это пуха, блять. Вот это пуха, нихера себе, блядь. Причем одна, у нее одна обойма всего лишь. Она не может не пере... Это самое. Плазменная винтовка? Ну-ка нахуй. Плазменную эту винтовку я смотрю. А, ну это такая же. Это такая же плазменная винтовка. Но! А вы видали, как она Т-800 его завалила? Плазменная винтовка. Что такое? Так, блядь, заебёте нахуй. Не струляй по мне, сволочь. Железка. Охренительное оружие, вы посмотрите. Я взял плазменную винтовку-то? Взял? Блядь, еще один, ёпты, блядь. Этот огнеметчик. Я сразу подумал, между прочим, что у него какой-то рюкзак, блядь. Наверное, что-то с огнеметом связано. Блять, я еще одну, что ли? Сука, у меня аптечки прямо на глазах уходят. Что это? Осмотреть. Да твою мать, блять, вы че, сука, сколько вас тут? Тоже сдох, двинул кони. Огнеметчик, огнеметчик. Все меня дразнили в детстве, блять. Плазменный R95. Это у нас сколько их уже? У нас их до хера. Надо нам, знаете, что сделать? Нам надо выбросить, наверное, одну. Как минимум. Чтобы... Нет, давайте выбросим две. У нас ячеек нету просто-напросто. Одну оставим, еще продадим. Ух. Выкинули, да? Трубчик обыскали. Хорошо. Ну, это шикарная пуха. Ну, там что-то лежит, я вижу. Ткань. Конец открыть. Где бы аптечек надыбать? Я не думал, что так жестко тут будет. Можно, скорее всего, просто пройти это по стелсу, но это же не для нас. Какой нафиг стелс, о чем вы? Химикаты. Опа-на, а тут что-то какое-то... Есть аптечка, ты смотри-ка. В ящике нет ничего. Это большая аптечка. Это большая, здоровенная аптека. Но! Придется возвращаться обратно. Обратненько. Звуковое сопровождение, повторюсь, шикарное. Просто обалденное. У нас тут сколько еще 800-х-то? Или я уж всех прибил? Представляете, я в одиночку. При помощи сколько? Две аптечки мне, правда, потребовалось. Перебил небольшой отряд 800-х. Это ж просто шедевр. Шикарно.
Нам надо в здание зайти. Кстати, побочное это задание мы не сделали ведь еще. Ящик, ты глянь-ка, а? Я как знал, что надо сюда сходить. Взлом. Это электронный ящик-то, да? Электронный ящичек. Взломали. Ох, 59 зарядов. Отлично. Не скрипи, нахуй. Не скрипи. Можно, конечно, вот по этой помойке прошвырнуться, но не думаю, что там что-то есть уж слишком ценное. Где у нас? 100 метров у нас до следующей установки. До следующего, наверное, комплекса, опять же, установок. Потому что здесь было целых 3. Что за хуйня? Это кто, блядь? Я хуй, блядь. Это Т-47? Отлично, отправлю прямо сейчас. Молодец, рядовой, теперь приступай к главной цели. Это как раз нам его и надо было. Слушайте, вот как раз давайте замок сделаем. Сразу же, чтобы не было соблазнов. Взлом. Взлом замков. Активировать, отлично. Кстати, третий взлом сразу же доступен у нас. И вскрытие замков доступно. Ладно. Так, welcome B-War. Нам, кстати, еще надо найти что-то. Чего же я забыл? Идти в дом Дженнифер. Дом Дженнифер, да? Уничтожьте и взломайте восточный аванпост Скайнет. А где дом Дженнифер? Ты, пацан, ты что-то говорил? Как-то дом-то выделяется. Вон ящик, кстати, стоит. Это знак. Должно быть, это дом Дженнифер. Опа, 26 зарядиков. Пацан говорил, что там какой-то знак будет. Блядь, керосинка. Прогрессивная Америка. Гитарка он валяется. Гитара. Хорошо. А что это за херня? Вот этот Т-47. Он как, что делает-то? Ну, понятно, что пиздец, блядь. Ну, как больно, хотелось бы знать. А то он может с одного удара сейчас как херанет только. Тут что такое? А, ячеечка, да? Блядь, нож-то, погоди, убери-ка нахуй. Так. Я, кстати, знаете что, по-прежнему не знаю, нахера мы эти контейнеры... расстреливаем с самогонки. Бутыль. Зачем мы это делаем? Или это чисто из-за того, что очки дают? Очки опыта? Ну, возможно. Можем вниз. А можем вверх. Давайте сначала вниз сходим. Ух ты, сколько там всего лежит-то, а? Американочка у них тут, все дела. Открыть. Так, химикаты. Ну, тут больше, наверное, ничего нету. Пойдемте. О, вот, смотри-ка. Электронные детали. Тут вроде бы ничего, да? Этот... Нет, мне показалось, труп, что ли, лежит, блядь. Нет, не труп. Ну, подождите, а как же нам туда-то попасть? Бабёхова? А, плакат с Бабёхой. Наверное, вот здесь, через эту дверь, я как понимаю. Дробовик лежит. Трупецкий лежит. Это отец Дженнифер. Бедняга. А, это отец Дженнифер. Дробовик и Ремингтон. Ну, у нас такой есть. Нам не надо, наверное, два-то их с собой таскать, правильно? 90, они абсолютно одинаковые, так что, наверное, стоит выкинуть. Один из них. Выбросить предмет. Так, выбросили предмет, да? Ага. Отец Дженнифер. Что тут такое? Электронные компоненты. Коллекция велосипедов. Ух ты! Комната сохранения здесь, отлично просто. Верстак, смотрите-ка. Слушайте-ка, а можешь нам аптечек наклепать? А, хотя вот мы две взяли.
Интересно, а что нужно вообще для производства аптечек? Хотя подождите, давайте-ка мы тут все обследуем, а сюда вернемся в любом случае. Как бы. Блять, отмычка. Да твою мать, ну почему? Ну ж, сука. Отлично. Открыли. Где мелки-то нам взять? Ресурсы, ресурсы. Мы вообще ради мелков сюда пришли. А вот, наверное, пацаненка комната. А вот и мелки, наверное. Не, книга навыков. Книга навыков. Новое... А, новое очко навыка. Охренеть, блядь. Шикардос. Тут чего? Тут у нас все. Берем все. Не, я почему-то думал, что это комната пацаненка тут так сделана. Нет. Но она же где-то должна быть-то. Пузырики. Пузырики. Может быть, вот это вот? Опять же, отмычка используется. Ну, ёпты. Открылась. Ну, это не похоже. Дорога Дженнифер. А, дорогая Дженнифер, я боялась снова поднимать эту тему, поэтому решила оставить это письмо. Надеюсь, ты его прочтешь. Думаю, тебе и твоему брату больше небезопасно оставаться в доме. Внутри Эда что-то сломалось, и мы боимся, что он что-то может сделать с нами. Он уже не тот человек, каким был раньше. Мы уезжаем завтра. И думаю, тебе стоит поехать с нами. Будем ждать вас обоих до заката. Я пишу это из лучших побуждений. Надеюсь, ты понимаешь. Береги себя, Роза. Кто такая Роза? Интересно знать. Сумка. Химикаты, отмычки есть. Это комната Дженнифер. Химикаты. Ресурсы. Ресурсы. Но я по-прежнему не могу найти мелок. Поиск ящика цветного мела. Ящик с цветным мелом. Где мне вот этот ящик искать? Может быть, здесь где-нибудь? Ну, у меня полное впечатление складывается, что это комната пацаненка. Может, присесть? Хотя, может, и нет. Поиск. Блять, мы сейчас этот мелок проищем. Ну, раз уж пришли-то тут. Обратной дороги нет. Мелок надо найти. Да тем более мы еще не весь дом. А, вот еще дверь. Еще не весь дом мы обследовали. А вот, наверное, да? Ба, пустая коробка мелков. Пусто. А где остальное? Это картина твоего тайника, Патрик? Мелки с сюрпризом. Идти в убежище Патрика. Джен и Дэд Май Кастл. Это что он нарисовал? Машина. Тут фигурирует машина. Май Кастл, да? Надо сориентироваться будет. Отмычка, отлично. Мы как-то можем заскринить карту. Ну-ка нахуй. Во! Все, на. Сфотали. Сфоткали. Нам надо на. Мафан он стоит. Давайте вот сейчас вот сделаем, наверное, аптечек. Если можем. Если. Да, сможем. Сможем достаточно много даже. Создать. Создать. 11 я вот не знаю, но сколько у нас вообще есть их? 13. Давайте 7 сделаем. Будет 20 аптечек. Я думаю, нам хватит на первое это время. Сохраняшечка. Сохраняшечка. Здесь есть еще один этаж. Нам надо туда пробраться. В любом случае, посмотреть, что там наверху. Но... Там 47-й ходит, блядь. Ебать, колотить, какой он здоровый, блядь, а. Сука, он меня сейчас запалит, между прочим. Он меня пропалит. Или нет? Нет, не пропалит. То есть, подождите. Давайте сориентируемся по карте. Где-то должно быть напротив разбитое здание тоже. Разрушенное. Где-то машина стоит.
между этим зданием. Вот, может быть, вот это вот как раз и есть? Или вот это вот? Я не уйду отсюда, пока не найду мелки. Что хотите, делайте. Здесь забаррикадировано. Но у меня такое ощущение, что вот это все-таки здание-то, не? Блядь, смотри-ка, вон там мелки, точно. Все, здание это. Надо найти теперь вход туда. Каким-то образом. Здание это. Не знаю, блин, запалил, что ли, сука, 47. Давай с ним сразимся, мы сейчас сохранили же, правильно? А что ему вообще надо? Как его вообще пиздить-то? На будущее-то нам надо знать. Где эта скотина здоровая? Ебать мой хуй. Мать твою, нахуй. Это была плохая идея. Так-то. Критический удар. В моторы, в моторы. Так, граната нахуй, лови, сука. Есть, пизданули. Крит. Стой, 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 что-то там у меня хуячий чай. Эх, ебать, блядь, ракета пошла. Аптека. Если мы его сейчас забьем, просто будем красавчики. Граната. Он тупой, блядь, как пробка, блядь. Давай, блядь, перезаряжай. В моторы надо стрелять. А, так она перегревается, ебаный рот. Т-47 нейтрализован. Отличная работа, Риверс, я впечатлена. Я сам охуел, блядь. Магазин 42%, а с него тут нормальная деталюшка-то выпала. 47-й нейтрализован. Как нам в здание зайти? Пуха перегревается. Вот, она не перезаряжается, но у нее есть перегрев. Твою мать, как же нам в то здание-то зайти? Что, блядь, шелестит? Заебало. А, это огонек типа-то. Может, нам сюда забраться надо как-то, не? Голова, блядь, катится. Ну, здание-то 100% это. Только где вход в него потайной? Погоди. Он говорит, там на карте было показано, что что-то с машиной связано. Может быть, через помойку? Да нет. А здесь я никак не за... А, погоди, вон какая-то там дыра есть. Наверное, с той стороны все-таки. Ну, блин, столько оббегать. Сколько времени-то уж... Ну, на самом деле, еще время-то у нас есть. И много. Мелки-мелочки. Можно было не убивать эту херь здоровую. Но надо было испытать, как оно работает. Так, плазменный контейнер. Тоже пизданули. Там он еще один стоит. Т-800 ходит. Короче, нам надо оббежать всю вот эту вот херню. Коробку вижу. Ты подумай, слушай, ее обижать нельзя. Как так-то? Почему? Мне надо в тот дом попасть. Кровь бизнеса. Значит, где-то есть проход тайный. Не здесь? Ну как-то же туда можно... А, погоди, может здесь вот как-нибудь? Слушайте, да нет.
Я не уйду, пока не найду мелки. Мы рядом с зданием. А, подожди, вон там точка на карте какая-то есть. Через машину. Ты смотри-ка, блядь. Поддон отодвинуть надо, обалдеть. Вот мы и внутри, смотрите, пробрались. Хопа, ресурсы. Так, тут ресурсы брать не будем. Даже если они там есть. Тут и еще этажом ниже можно спуститься даже, обалдеть. Хорошо, сейчас мы с вами туда и спустимся как-нибудь. Тут дыра? Дыра. Но сначала обойдем все комнатушки. Канистра. Открыть. Ресурсы, ресурсы. Открываем еще одну. Ресурсы. Ресурсы. Еще банки. Деньги. Все собрано. Там еще одну дверь я видел. А тут чего? Электронные компоненты. А здесь? Сигареты. Деньги за ресурсы 20. Хорошо, вот тут не надо ничего относить. Магазин, продавать. Сразу бабки дают, да и все. Вон ящик. Аптека, отмычка, патроны. Замечательно. Кстати, нам бы поменять, наверное, надо вот этот нож-то. На что? На вот эту штучку. А у него нет пулик-то? Подожди, как нет? Мы же вроде сейчас набрали патрончиков-то. Ну-ка. Блять, от него нет патронов, охренеть. До сих пор причем. Не нашли пистолетных патронов. Как грязи тут должно быть. Но нет, нету ничего. Мелки. Мелочки, мелки. Где же он спрятал мелки-то свои? Опа. Отмычка. Вообще с первого раза. Наверное, здесь где-то, да? Вот хорошо, хоть светло достаточно. Опять же, не нужно фонарик включать. Все видно отлично. Тут он все мелки исхреначил. Какие тут мелки? Уж не осталось ничего, скорее всего. Смотрите, сколько тут всего. Все стены расписал. Еще и на второй этаж идти. Обалдеть просто. А, как? Тут он Вашингтон рисует. Задатки художников у пацана-то явно имеются. А здесь. Куда? Сейчас вот, наверное, я грохнусь куда-нибудь в какую-нибудь дыру. И все. У тебя просто богатое воображение, Патрик. И костей не соберешь. Потом. А, вон сумка какая-то. Это типа кухонки. Ресурсы. Ресурсы. Что это? Yellowstone. Yellowstone. Метка. Хорошо, этого должно хватить. А, мелки. Наверное, там было написано. Что-то метка ли прочитал. Все, ну-ка открываем сумку. И по сути мы здесь все сделали. Мы можем спрыгнуть на тачку. Я думаю, даже не получим урона особо сильного. Да, так и есть. Что ж, продолжим. Продолжим наш путь. 100 метров осталось. Время есть. Может быть, даже сумеем до второй вышки добежать. Не вышки, а до вот этого вот комплекса. Сейчас нам надо посмотреть, где Т-800 тут ходит. А он где-то тут ходил, сука. Вот неужели они не реагируют никак? Смотри, там две скорые помощи стоят, кстати сказать.
Две скорые помощи. Может быть, добежать до них? Ну, хотя, стоп, тут уже вон осталось совсем чуть-чуть. Сейчас мы вот до чемоданчика дойдем. Возьмем 40 зарядов. Ресурсы. Пушка. Здесь просто проход, да? Опа-на, сохранение! И верстак есть. Блять, и Т-800 есть. А вот это уже не очень хорошая новость. Отмычка. Аптечка. А это что такое? Куда тут? Тут что-то несколько комнат, что ли, как-то сделано. Под лестницей что-нибудь. Могли бы что-нибудь и спрятать под лестницей-то. Ящики. Открыть. Есть? Открывайся. Есть. Это мы просто через здание, что ли, как-то пройдем? Блин, может быть, стоило сохраниться? Мы, я так полагаю... А, нет, тут можно пройти. То есть два прохода, да? Там турель я еще видел. Вот что печально. Там еще была турель. Сохраняшка прошла. Ладно, мы туда пока не пойдем. У нас вот есть точка обзора. А, кстати, так она в этом здании прям находится, обалдеть. Ну-ка, си, давай-ка отмычкой мы откроем, что тут у нас. Ничего. Тык-тык-тык-тык-тык. Оп. Сейчас сломается? Нет. Не сломалось. У нас уже столько ресурсов, блин, походу. Побежали. А, стоп, у нас есть очко. Есть у нас очко, да. Очко навыков. Оружие, инвентарь, скрытность, взрывчатка, умение, вскрытие замков, взлом, ремесло, выживание, рюкзак, может быть, рюкзак сделать. Я даже не знаю, куда его потратить на самом деле. Давайте рюкзак сделаем, чтобы уж раз и навсегда забыть про эту штуку. Инвентарь. У нас хороший большой рюкзак теперь стал. Очко навыков-то уж как-нибудь еще заработаем. Стоп, а мы здесь не были, да? Не были. Блять, сколько всего тут лежит, это обалдеть. Так, вентилятор валяется. Надеюсь, никому на башку не упал. Ресурсы. Еще коробки. О, аптечка даже есть. И граната там была. А, здесь есть проход у нас, да? Ресурсы, опять же, ресурсы. Толчок. Толчок. Тут что? Тут ничего. Телевизор с кинескопом. Да что ж ты будешь делать? Опять эти отмычки. Эй, прям миллиметр, да, твою мать. Все, есть. Замечательно. Отмычка, малая аптечка. Патроны для штурмовой винтовки. Вопрос на миллион. А как нам выше-то подняться? Каким образом нам подняться наверх? 11 метров, между прочим. Всего-то лишь осталось. 11 метров, да? Это, конечно, хорошо. 11 метров. Но все-таки. Как нам преодолеть эти 11 метров? Где терминатор-то? Блять, там 47. Нет. Это обычный паучок. А, вон там этот турель-то. Турелька. Я вообще не понимаю, как туда пройти, если честно. Может быть, здесь как-то? Но меня вроде бы не палят. Да нет, здесь мы были. Нам надо еще... А, во, лестница есть. Тут еще выше. Да еще выше надо подниматься. А выше лестница кончилась. Выше лестницы больше нету. Хотя, может, выше-то и не надо? Мы же их тут вот зафиксируем, смотри-ка. Ну-ка попробуем. Нет подходящей цели. Нет, он так не фиксируется.
Блять, ну что за цирк пошел? Что за Марио? Сейчас перепрыгивать придется где-нибудь обязательно. Еще выше, 7 метров. А как, блядь, залезу? Лестниц больше нету. Не, ну погоди, лестницы-то нету. Ну как-то же можно туда пройти-то? Что, не наебали же, наверное, нас? Разработчики. Товарищи разработчики. Здесь, может быть, где? Нет. Может быть, тут? Да. Да. Именно тут. Турель. Турель сейчас нас засветит, по-моему. Или нет? Есть лестница. Но тут вот на таких... Это самое. Уже на последних этажах нету абсолютно никаких ресурсов. Ракетный комплекс Skynet. Идеально. Хопа. Идеально. Ну, хочу. Идеально. Есть. Блять, один, еще один. Вон он. Нет, что? Не понял. Ага. Ужасно? Как ужасно, блять. А почему ужасно-то? Хорош, ты че? Почему качество ужасное? Че, обалдели, что ли? Ужасное качество? Нет подходящих целей. Может, так вот как? Плохой. Хорошо. А так? Плохой. Да, давай хорошо сделаем. А вторая отправлена. Принято. Осталась еще одна. Тихо. Что-то я тут начал щелкать. Непонятно. Я так полагаю, если мы спрыгнем просто вниз, то будет очень плохо. Надо это сделать как-то побезопаснее. А как? А вот так, наверное. Хлобысь. Я хочу вот там до скорых дойти. Блин, 800 их уйдет. Сука. Да и хуй ему в нос. Так, аккуратненько. Нам надо как-то обойти. Мы через окно сможем пролезть? Вообще по красоте. Добраться до турели, может быть, нам. И у меня такое ощущение, что там склад с боеприпасами. Оно так и есть, на самом деле. Плазменный контейнер. Подождите. Опа-на, отмычечка. Да, ё мать, сломал. Ладно, нас как грязи, блин. Ремингтон. Патроны. Взрывчатые вещества. Дробовик оставим. Не нужен он нам. А вот вскоре я хочу посмотреть, что у нас лежит. Здесь что-то по-любому есть. Блять, меня палят. Меня кто-то палит. А кто? А, 800 и там ходит. Ах ты, сука. С двумя стволами, блядь. Вон он, тварь. Я не хочу особо на него, между прочим, патроны тратить. Я хотел бы сейчас турель перепрограммировать. Ушел, что ли? Да. Малая аптечка. Боевые стимуляторы. Это как раз про то, что нам говорила... Как ее, блядь? Эри? Или как ее с бабой-то звали? Врачиха. Различные стимуляторы временно повышают вашу скорость, выносливость или реакцию. Чтобы использовать боевые стимуляторы, поместите их в слот элемент защиты и нажмите H. Боевые стимуляторы. Это как тут? В слот. Чего? В слот какой? 5, 6. Вот, это боевой стимулятор, как я понимаю, да? Ага. Так, надо еще нам открыть тачку. Этот хуй пока ушел. Ебаный рот. Боевой ткань. А, более утоляющий стимулятор. Вообще по красоте. Сейчас что делаем? Подожди, так этот хер где-то здесь же ходил.
А сейчас не ходит, а куда он делся? Раз, два. Стой, 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 куда он делся-то действительно? Вон он идет. Нам надо турель взломать. По бырику. Турельку взломать по бырику. Так, взлом удался. Шалость удалась, блядь. Эх, блядь, так он здесь, что ли, ходит-то? Нихера ж себе, блядь. Так, погоди-ка. А, все, он ушел, да? Турелька. Турелька. Взлом. Отлично. Сейчас мы ее ломанем. Сейчас, сейчас. Блядь. Это уже тут опасненько как-то. Я пошел отсюда. С вашего позволения. Что, блядь? Сука, ты откуда тут взялся? Хуило стоптанный. А черт, как ты тут? Не понял. Где? А, стреляй, турель-то, блядь. Все, нормально. Готов. Блять, постоянно нажимаю на кнопку перезарядки. Какая нахер перезарядка? Она тут не нужна. Нам бы не проебать какое-нибудь другое новое оружие. Там внизу кто-нибудь есть? Внизу никого, да? Ну, нам, наверное, хватит и... Блять, там он еще одна, сука. Ай. Что это за комплекс такой, интересно знать. Энергоконтейнер, это великолепно. Где его отключить? А вот пульт управления. Пультик управления. Нам надо съебатор будет включить. После того, как мы активируем. Ну, все здесь. Давай-ка. Взлом. Пиздануло. Ебаный. Я что-то аж напугался, блядь, от такого звука. Бежим, твою мать! 7, 6. Я, с вашего позволения, на улочку, блядь, выбегу. На улочке как-то тут повезло. Ох ты! Хранилище плазмы уничтожено. Рада слышать, Риверс. А теперь приступай к выполнению своей миссии. Одно очко дали, кстати. Они все мои теперь эти... Как их нахуй? Да, турели все мои. Очко навыков. Давайте-ка его куда-нибудь распределим. Оружие, скрытность, взрывчатка, вскрытие замков. 3, взлом выживания. Вот, может быть, выносливость нам сделать тогда. Хорошо. Опа, контейнер. Есть контейнер. Где эти суки железные? Что-то нет никого больше, видимо. Наложили в штанишки свои железные штаны, блядь. Это что тут такое? Ну, нам можно уходить отсюда, на самом деле. Здесь больше нас ничего не держит. Мы до скорых добрались. Кого? Ящик там лежит. Здесь этот взорвали комплекс. Сломали ящик. Пульки. Пульки есть. Сколько у меня? 680 там с чем-то пулек уже, да? Неплохо. Неплохо. Ух. Пизданули. Паучок и 800-й ходит, да? Один. Судя по всему. А, это станция скорой помощи. Что, блядь, почему? Да как так-то? Во, открылся. Станция скорой помощи.
Тут все мы пособирали. Здесь бы надо, конечно, побольше все обследовать. Оба-на, сохранение есть здесь. Побольше пообследовать. Но побольше обследовать мы будем уже в следующей серии. И тот комплекс тоже исследовать и фотографировать в следующей серии. С вами был Малдер. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.